Всем привет, зритель моего канала, с вами Эрникс. И вот, вышел уже третья часть Фуфилшмерц 2 «Машина». И что это значит «Машинима»? То есть, вот сейчас, только что, вот 6 минут назад вышел новый видеоролик, и давайте же его посмотрим. Это, по идее, третья часть, которая вышла на этом канале про этот блокбастер. Итак, давайте же реакцию сделаем. По магазинам! Это так утомляет! Где-то Фуфилшмерц сейчас находится в каком-то магазине, давайте посмотрим дальше. О, робот! Приветствую вас, товарищ! О, ну привет! Сегодня у нас намечается вечер танцев. Главный приз — 1 миллион долларов. О, это уже интересный приз. Продолжаем. Интрига накаляется. Нет, это хуйня! Мне неинтересно! Ладно. И одна баночка легендарной балки. Ни слова больше! Гениально, ребята, я вас сейчас отмечу, ну, в описании, короче, под видеороликом уже они отмечены, видосик прям вот 6 минут назад, давайте сейчас прям напишу. Все, я написал. Итак, продолжаем. Короче, меньше, идешь в зал, разрываешь танцпол и забираешь деньги. На эти деньги я купить тебя. Это гений просто, я не знаю, как это описать. Снова опять. Вот это, отвечаю, ребята, вот это будет в нарезках. Я вам гарантирую, это 100% будет в нарезках. В ТикТоке, в Ютубе будет, отвечаю вам, этот флекс. А тут жалоба мне не прилетит? О, не прилетит. За музыку я имею в виду. Так, ну флекс мы пропустим. Я вижу, что ты способен на такое, ну ладно. А, вот ты уже видел тот миллион долларов. На самом деле я в тебя верю, ты его точно заберешь. Давай, вперед. От тебя пахнет то ли флексом, то ли говном. А чё не может быть и то, все возможно. Ну, скорее всего, первый вариант. Ну, диджей, включи этому месье музончик побыстрее. О, это как его? Ну, вы поняли, напишите комментарий, как его зовут. Так, Тихон, мое время сиять! А ну, давай иди откуда! О, это сразу видно, Гарри смотрит, это гравити-пушечка. Знакомая. Жесткий флекс. А это жесткий флекс, прям жесткий. Ну давайте дальше, флекса очень много. Я выиграл! О, поздравляем его. Я выиграл! Балтику, Землёрку и... каких-то миллион долларов. Хоть и воняет от вас знатно, флексите вы круто. А ну-ка, а вы флексите круто? Напишите в комментариях сейчас. Прям спускайтесь в видео сейчас вниз и напишите в комментариях. Выигрыш мы перечислим вам на карту. А теперь можете идти вон отсюда. Жестко он объяснил. Можете идти вон туда, идите. Ну ладно, бывает. Тихон, ты просто лошара. Поплачь об этом. По факту, а тут сразу эмоции заюзал. Прикольно. Опа. О, робот. А, робот. Привет. Я спешу тебя обрадовать. Я купить тебя. Нет, товарищ. Пора делать сосайку. Там. Ну вот, и закончился этот видеоролик. Что хочу сказать. Ребята постарались. Ну и в конце он купил робота. Ну и скажу так, по моей реакции я могу сказать, что очень много времени идет. Ну то есть не тратится больше, а флексит очень много. То есть сейчас давайте даже посмотрим, с какой минуты он флексит. Например, вот. Ну вот примерно сейчас глянем. Ну вот он начинает флексить примерно на минута 40, и он заканчивает флексить аж... Ну, примерно 3, ну, он реально минуту флексит, это реально просто минута воды, которую я почти что пропустил. Если, ну, типа, авторы смотрят этот видеоролик, то моя критика это то, что побольше, мне кажется, диалог какого-то сюжета, потому что это более интересно. И вот, например, с самого начала, как сказали, выиграешь там что-то, уже какая-то интрига появилась. А когда ты смотришь, как тупо он флексит, то, ну, непонятно. Я, например, просто пролистнул это и все. Ну,
вышло прикольно. Не знаю, ну, молодцы. Мне понравилось. А какой ваша идея? Вам понравилось? Напишите в комментариях сейчас, спуститесь, или же под этим видеороликом. Ссылочка будет в описании на авторов этого видеоролика, так как это у меня просто реакция на этот видеоролик. Ну, в целом, мне понравилось. Давайте еще раз сначала глянем, как оно было. То есть он в каком-то коридоре, похоже, этот коридор на какой-то, как у закулисье. Очень похоже на закулисье, кстати. Но это просто какая-то карта Гарри Смода, или она взята откуда-то, или она просто создана. Идти по магазинам! Ну, это похоже на какие-то типа магазины. Он то есть говорит, он как по каким-то магазинам идет, а на самом деле он просто зашел в какой-то, ну, клуб или непонятно что. За вечер танцев главный приз. Ну, мне понравилось вот это самое смешное, это в конце было, то есть... О, робот, вот сейчас вот это будет. Я спешу тебя обрадовать, я купить тебя. Вот это реально смешно, то есть он выиграл, и на потраченные деньги он решил купить, ну, робота, так сказать, охранника, как он служит охранником в этом клубе, или как это она можно назвать. Ну, еще раз, так, конец, как в общем, то мне понравилось в целом. Удачи в развитии и ждем новые серии. Ну а с вами был Эрникс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Идем к цели 20 000 подписчиков. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока, ребята.